Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Олег Александров. Я из города Пенза. В августе этого года произошли ужасные события в Южной Осетии. Правда ли, что вы обещали повесить Саакашвили за одно место? Почему за одно? Если говорить серьезно, то мы с вами знаем трагические события и в другом регионе мира, в Ираке, куда американские войска вошли под надуманным предлогом поиска оружия массового уничтожения. Оружие не нашли, а главу государства повесили, причем уже по другим основаниям. За расправу в нескольких шиитских деревнях. Но руководство сегодняшней Грузии учинило кровавую баню и расправу над мирными жителями Южной Осетии, мы знаем, стерло с лица земли 10 осетинских деревень. Напала на наших миротворцев, многие из которых погибли. Ведь Ирак на Америку не нападал. А здесь осуществлено нападение на наших военнослужащих, которые выполняли свой долг по международным обязательствам. Многие из них погибли. И за это, конечно, кто-то должен ответить. Но более того, это преступление не только против России, ее граждан и против осетинского народа. Это преступление в том числе и против грузинского народа, против грузинской государственности. Грузии нанесен страшный удар по ее территориальной целостности. Ведь если бы не было этой агрессии, на самом деле Россия бы, наверное, и дальше продолжала усилия по созданию условий для территориального воссоединения Грузии. Просто после этой агрессии стало очевидным, что это уже невозможно, и что нужно предпринять такие действия, которые предотвратили бы в будущем кровопролитие в этом регионе. И в этой связи я думаю, что грузинский народ сам примет решение о том, какую ответственность должны понести те политики, которые привели к этим тяжелейшим и драматическим последствиям.